Перед тем, как мы начнем прославлять, я хочу рассказать одну притчу, неканоническую, потому что Иисус притчами очень много говорил. Я люблю притчи. И вот одна из притч такова, что у одного вождя африканского племени был друг, который был настолько благодарен Богу за все, что бы в жизни ни происходило, на любую позитивную, негативную ситуацию, все, что в жизни происходило, он всегда говорил: «Слава Богу, благодарю тебя». И вот они с вождем отправились на охоту, и знаете, вождь выстрелил из мушкета, и как-то произошла осечка, и вождю отрывает три пальца, а мушкет заряжал его друг. И вот когда эти три пальца разлетаются в сторону, вождь кричит, кровь льется, а этот друг говорит: «Ну, слава Богу». Он говорит: «Какая слава Богу, за что ты благодаришь? Ты меня чуть не покалечил». И в сердцах, в порыве просто бросает его в темницу, своего самого близкого друга. Тот месяц, два, три, уже полгода там находится. Новый сезон охоты, вождь со своими друзьями из племени идет на охоту и попадает во враждующее племя в плен, а они каннибалы. И вот они развели костер, наварили картошечки, знаете, собрались уже вождя, как говорится, принести в жертву. И смотрят, а у него трех пальцев не хватает. И тогда к вождю подбегает один священник их и говорит: «Знаете, мы-то не можем его кушать, у него не хватает трех пальцев. Он, знаете, нечистый по нашему закону получается». Его прощают, отпускают. И он бежит в темницу, открывает темницу, выводит своего друга, падает ему в колени и говорит: «Слушай, драгоценный, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, за то, что я так жестоко поступил с тобой и бросил тебя в темницу. Прости меня». На что друг отвечает: «Знаешь, спасибо тебе, потому что если бы я был с тобой, съели бы меня». Слово Божие говорит нам: за все благодарите. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Будем славить Его и благословлять Его имя. Если петь, то для тебя, ведь все силы.
Если петь, то для тебя, петь все силы для царя. Я не могу найти. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Всем, всем сердцем жажду я. Если петь, то для тебя, петь все силы для царя. Всякой милости, любви и благодати, да святится имя Твое, да придет Твое Царствие, да будет воля Твоя сегодня, Господь, в этом дне, в нашей жизни, как и все последующие дни, которые Ты отвел для нас. Потому что сегодня тот день, когда мы живы, сегодня тот день, когда мы можем открыть наши уста, сегодня именно тот день, когда мы от всего сердца можем сказать то, как мы любим Его, за что-то поблагодарить, благословить Его имя. Сегодня тот день. Амен. Аллилуйя. Сердце направлю я к Тебе, Иисус. Держусь я Твоей руки, с Тобою имею все. И знаю, как много благ хранишь для нас, мой Бог, мой Бог. Ты создал для нас этот день, для радости нам и для славы своей. Ты создал для нас этот день, радость нам и для славы своей. Я не боюсь, что будет завтра, я верю твоим словам. Сегодня тот день, о-о-о, сегодня тот день, о-о-о. Все страхи уходят прочь, сомнения позади. Держусь от твоей руки, мой Бог, мой Бог. С тобой я имею все. Держусь от твоей руки. И знаю, так много благ хранишь для нас, мой Бог, мой Бог. Ты создал для нас этот день, радости нам и для славы своей. Ты создал для нас этот день, радости нам и для славы своей. Я не боюсь, что будет завтра, я верю твоим словам. Сегодня тот день, о-о-о, сегодня тот день, о-о-о. Слава мой Бог. Вы готовы? Верю я твоим словам. Верю я твоим словам. Верю я твоим словам. Каждый день мой для тебя. Каждый день мой для тебя. Верю я твоим словам. Верю я твоим словам. Каждый день мой для тебя. Каждый день мой для тебя. Верю я
сегодня тот день, когда мы обращаем наш взор к Нему, когда мы открываем наши сердца. Боже, будь благословен. Да будет Твое имя сегодня прославлено, Господь. Имя Твое – любовь, Господь. Боже, помоги нам, Господь, уподобляться Тебе, Господь. Сделай наши сердца любящими, Господь, милующими, прощающими, Господь. Пусть Твоя природа, Твоя чистота, Господь, она просто с небес сегодня через Дух Твой Святой перетекает в нас, очищает, освещает, просвещает, обличает нас, научает нас, Господь, через Слово Твое. Говори в наши сердца, Господь. Ты так прекрасен, Ты так прекрасен, наш Бог. Могла удержать ее, двигает горы и знает она имя Твое. Знай, что отлучит от этой любви святой. Ничто и никто. Она ведь выше, чем облака в небесах. Она ведь шире, чем все, что в наших мечтах. Она ведь глубже, это Божья любовь. Божья. Больше всех.
любовь. Это то, что больше всего нужно каждому человеку, независимо от его статуса и позиции в этом мире, в этом обществе. От самого человека внизу, может быть, с социальной лестницы и до самых великих президентов. Каждому человеку нужна любовь. Каждому человеку хочется, чтобы его любили и ценили не за то, что он чего-то добился, чего-то достиг, что-то создал, а только лишь из-за того, что он человек. Наши сердца, они ищут эту любовь в этом мире, но это истинная и настоящая любовь. Она есть только в небесах. Неизменная, неподкупная, верная, вечная, истинная любовь навсегда. Любовь навсегда. И эта любовь излилась в сердца наши Его Божественным и Святым Духом. Аллилуйя, аллилуйя. Она ведь шире, она ведь выше, чем облака в небесах. Она ведь шире, чем все, что в наших мечтах. Она ведь глубже, это Божья любовь. Она ведь шире, чем все, что в наших мечтах. Она ведь глубже, это Божья любовь. Она ведь выше, чем облака в небесах. Она ведь шире, чем все, что в наших мечтах. Просто скажите какие-то слова благодарности, как вы любите Его. Скажите, как вы цените Его. Скажите, как Он дорог для вас. Из своего сердца, из своего сердца. Встречи с Ним, Господь здесь. Для тех, кто ждет и верит в имя Его, Господь здесь. Да есть сила имени Иисуса. Истра.
Господь, укрепит сегодня каждого, Господь, кто уповает на Тебя.